Свежий взгляд на решение задач. Именно этого ожидают жители от Дениса Майданова, который приступил к политической деятельности совсем недавно. На личный прием депутата в Одинцовский офис партии «Единая Россия» пришло более 10 человек. Общение продолжалось практически целый день. Парламентарий выслушал каждого. Здесь надо разбираться, потому что уже давно работает и замы, и Рожнов, я знаю, и партия тоже уже давно по этому вопросу работает. Со знанием после переписи количества населения мы будем заново, я думаю, разговаривать со Стригунковой, с министром. Нам нужно убедить, что все-таки у нас тут не 333 тысячи человек, а гораздо больше. Речь идет о строительстве поликлиники в Кубинке, которая оказалась в подвешенном состоянии. По словам жительницы городка, объясняется это недостаточным количеством пациентов, но нехватка медучреждения для кубинцев крайне остра. А представители больших везем обратились с проблемой переселения из аварийного жилья. Со своей стороны, я не помню, за подписью главы направил обращение, чтобы срочно рассмотрели вопрос, каким законным путем можно поставить программу и переселить, либо выделить субсидию на покупку жилья. Ускорение рассмотрения жизненно необходимо. В любой момент дом может обрушиться. На невыносимые бытовые условия жалуется и другая жительница округа. Елена Борисовна приехала из Звенигорода. В доме, который был всего лишь временным жильем, она проживает с 96-го года. А моюсь из ведра ковшечком. И самое главное, сквозняки. Долги по ЖКХ, необходимость установки банкомата в ЧСЦах и другие важные обращения парламентарий взял на личный контроль. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».